Больше 80 лет учителей в Бийске готовит педуниверситет. И этот год для студентов и сотрудников университета Шукшина стал знаковым. Цель года педагога и наставника – повышение престижа профессии. Учителя, как опытные, так и начинающие, получили внимание от властей всех уровней. Так в Татьянин день профильный год в АГГПУ открыл губернатор Виктор Томенко. ВУЗ у нас на хорошем счету, известные. ВУЗ Алтайского края, очень много выпускников, которые уже сегодня работают в системе образования на разных ее уровнях. И вот конец года. Время подводить итоги. В кузнице педагогических кадров учатся 3000 студентов. Каждый год сотни получают диплом учителя. На этом связь с «Альма-Матер» не заканчивается. У нас очень много работает педагогических династий в нашем университете. И у них появляются новые листочки, новые веточки. И у нас появляются новые деревца, молодые деревца, новые педагогические династии. Из множества проектов на торжественном закрытии подробно рассказали о нескольких. Например, проект «Про учителя» впервые реализуется. Это интерактивная площадка для общения преподавателей, студентов и любого желающего. В различных городских пространствах проходят выставки, мастер-классы. Интересная история о том, как мы путешествовали в рамках наших городских локаций и представляли творческого нового современного учителя. Этот проект еще не завершен. Можно быть самым умным человеком, но при этом не уметь донести знания до учеников. Поэтому педагоги должны обладать и другими важными качествами – молодостью ума и чувством юмора. Напишу на доске тему «Проверка безударных гласных». Над каллиграфией надо потрудиться. Мало нас гоняли в ВУЗе. Итогами года педагога я очень довольна. Я очень благодарю наш коллектив, большой коллектив университета Шукшина с проведением данного года, со всеми мероприятиями, которые мы все вместе с вами провели, со всеми событиями, в которых мы все вместе участвовали, которых было очень много. В зале собрались ветераны педагогического образования, преподаватели, учителя и директора школ, династии педагогов, студенты, бойцы студотрядов. Год педагога-наставника в университете Шукшина закрыли пышно, но, правда, уже без губернатора. Возможно, 23-й год – последний, который единственный самостоятельный вуз Наукограда встречает в прежнем статусе. Университет, он как был, так и остался на территории города Бийска. Поэтому те люди, которые там были, они все равно будут с нами учитываться. Информация о возможном объединении Бийского и Барнаульского педуниверситетов появилась еще осенью. Однако в самом АГГПУ до сих пор не комментируют ничего. Возможно, официальные заявления оставлены на следующий год, который, к слову, в стране объявлен годом семьи. Евгения Ижутова, Илья Петков, «Будни».